Наоборот, хочу выйти из секты. Ну, то, что из секты я хочу выйти, я хочу отказаться от паспорта. Я даже откажусь-ка я вообще от паспорта ЭРФовского. Да хрен с ним, с этой пенсией. Пойду лучше куда-нибудь вон почту разносить. Правда, я ему не сказала это в глаза, но я сказала это ему взглядом. А что за секта? Ну, РФ. По сути, у РФ все признаки секты есть. Они даже вот слово «Бог» уже прописали в Конституции. Я им говорю, а вы кто? Ты что, не видишь? Я говорю, нет, а вы кто? Ни одна так называемая черная мантия ни разу не предъявила ни один документ. То есть верит, буквально верит на слово. Это разве не признак секты? Конечно. Во-первых, я не женщина. Во-вторых, я не твоя подружка. Мне нужна четкая, конкретная информация. Коротко и ясно. Не засоряй эфир негативом. Я не трус, но я боюсь. Да. Кому нам? Я тут один. Ничего. Какая разница, какой возраст? Я со всеми на «ты» общаюсь. Так а кто хозяин твоей привычки? Ты говоришь, ты волевая женщина. Так что, ты сама себя переволить не можешь? Все, я всему научилась, всем пока. И ушла. Ну, учись обжаловать отписки. Это целое искусство. У меня сейчас раздвоение личности будет. Нас будет много, когда каждый из вас и из нас, и я в том числе, буду действовать в одном направлении по совести. Но это не значит, что моя голова за твою должна голову думать. У меня слово «обращение» ассоциируется со словом «оборотень». Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. И это в кавычках «живая» потом ходит и возмущается. Что-то они как-то неправильно поступили. Да они поступили точно в соответствии с твоей волей. Не надо бороться, борются на татами. Да что ты им мертвый хрен вручаешь? Вот вам мертвый хрен от живой женщины. Прям так, как говорит, я поясню за него. Он является недееспособным. То есть он не способен сам за себя постоять. Ваше дело молчать и слушать. Он буквально тобой руководил. Руководил, за рукав дергал. Ну и зря. Нельзя никого посылать. Ты что, проморгала на азбуке Морзе вот это вот? Ой, что ж ты делаешь-то? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Кто ходит на поводу у человека? У тебя хвост есть? А когда одно слово сказал, тебя сразу узнали. Алло, здравствуйте, Антон. Это вам звонит помнящих Валентина Николаевна. Я с Балашихи и Московской области. Ну, вообще, я сибирячка. И я хотела, знаете, сказать, послушала ваши несколько роликов, ну, и хотела с вами поделиться и спросить, может, совета. Потому что, как бы, вы такие толковые советы, в принципе, даете. Но я пошла, вчера у меня был суд, я вам коротко расскажу. Мне, как бы сказать, посоветовали одного юриста, и я обратилась к нему, послушав вас. На этот суд он меня уговорил, ну, я посчитала, что он как бы в силе, как юрист, поэтому знает, что он делает. И, значит, пошла на суд, и он мне до этого, значит, я провела полное расследование, почти год сидела со всеми своими этими квитанциями всем на свете, со всеми законами, написала им целое дело. Вот, я экономист по образованию, мне 60 лет, вот, и я написала им целое дело, на 81 лист, 32 была полностью записка, и остальное все доказывающие все эти бумажки. Ну, значит, послала все как положено, прошнуровала, пронумеровала, все послала, заявление написала, исковое заявление в суд. А, нет, подождите, наврала. Значит, управляющая компания на меня подала в суд, потому что я полтора года не платила за ЖКХ. Принципиально, после того, как они у нас тут лепешки, говнешки, и, в общем, ходила-ходила, это бесполезно. Вот, и я сказала, копейки больше не получите, перестала платить. Они на меня подали в суд. Вот по этому исковому заявлению, но я занималась этим. Вот, и когда они подали в суд, я написала возражение вот это на 81 листе и послала. Значит, вчера был суд. И, значит, на суде, значит, этот юрист, как он оказался, он почему-то все... А, давайте сделаем так, что я сейчас вот ходатайство напишу по домофону, по, значит, капитальному ремонту. Я говорю, а почему по домофону, по капитальному ремонту? У меня есть, что мы вообще это не должны платить, все это приложено в деле, все документы и законы. Вот, вот нам лишь бы только на месяц отложить. Вы знаете, я с дуру его послушалась. Послушалась дуру и вижу, сижу на заседании, вижу, что до меня и очередь-то не доходит, чтобы я что-то сказала. И тогда я человек решительный, я, значит, это самое, встала и сказала, это, а что,
нам-то слово никакое для защиты не дадут. Так и сказала. Она сказала, вы сядьте здесь, значит, вообще ведут на себя не я. Я говорю, ведете-то вы ведете, но вы ведете-то неправильно его. Почему-то вы решили, что я, мне не дают слова даже, и вы, говорю, мне постоянно перебиваете. Это что, говорю, за ведение за суда? Ну, в общем, вот так. Потом, значит, она мне дала это слово. Я все отбарабанила, полтора часа ей рассказывала о том, что управляющая компания незаконно взимает, и что это, видать, по QR-кодам, полностью расшифровки по 56.042 им дала. Как бы то, что вот касается законодательства, я изучила полностью. Но суд полностью все присудил мне платить, как вы говорили. И вот, значит, у нас в понедельник мне нужно будет поехать и забрать, ну, решение определения суда. Вот. Вот, Антон, может быть, вы что-то посоветуете, что сделать с этим решением? Испортить там, я понимаю, что это статья уголовная. А что можно сделать? Чего испортить? Вот смотрите, вы видели, я показывала это, смотрела ваши ролики, где вы говорите о том, как правильно, допустим, расписаться, принять. Вот может быть так сделать, но не там именно, а может быть тогда не получать, а дождаться, пока не на почту пришлют. Как вот сделать лучше? Вы просто только я, это мое первое вот это вот, по-русски говоря, блинкомом. Вы все-таки, у вас как-то есть какая-то практика. Может, посоветуете что-нибудь, тетки? Ну, мне нужны... А что я могу еще сказать? Дура бестолковая. Вы знаете... Ты зачем сама... Подожди. Как звать? Это что? Как звать? Меня Валентина зовут. Валентина, Николай. Давай что, по делу, подожди. Давай по делу разговаривать. Во-первых... Давайте. Послушай, не перебивай. И не вставляй ни одного слова. Хорошо. Угу. Во-первых, я не женщина. Я воспринимаю информацию не ушами. В основном... Да слушай, не прибегай. Во-вторых, я не твоя подружка. Мне не надо информацию вливать, это, которую мне абсолютно не нужна. Мне не надо, не надо со мной болтать это, как с подружкой. Мне нужна четкая, конкретная информация. Коротко и ясно. В-третьих, не перебивай, пожалуйста, вот эти свои «угу», «ага», «ну хорошо» и все остальное не вставляй, пока я говорю. В-четвертых, мне нужна входящая информация, уточнение. Куда был подан иск, в мировой или в городской? Сначала подали они иск в этот в мировой, я его отменила, а потом в городской. Стоп. В мировой они не могли иск подать. Они, скорее всего, заявление на вынесение судебного приказа подали, так? Да. Ну так и говори. Ты его отменила, этот судебный приказ, а потом они подали иск, исковое заявление куда? Туда же, в мировой или в этот, в городской, на уровне? В Балашихинский городской суд, в другое место. Угу. Так, решение вынесено, да? Так. Вот, мы его еще не получили. Ну, ясно. Что делать? Ну, я не знаю, что тебе делать. Я тебе могу сказать, что бы я сделал. Я бы обязательно обжаловал это решение в апелляционную инстанцию, то есть на уровне. Во-вторых, жалобы в это заявление в прокуратуру по 305 статье вынесения заведомо неправосудного решения. Потом в ККС, так как городской суд, председателю суда общественное порицание, плюс в ККС округа. Что-то... Антон, извините, как ККМ и ККС, это что? Квалификационная коллегия судей. Квалификационная коллегия судей, сейчас. Квалификационная коллегия судей, так, это, ККМ. Это можешь посмотреть в интернете, очень много этих образцов, как жаловаться на, так, на черную мантию в ККС. Дальше жалоба на черную мантию в совет судей. Угу. И в ККС РФ, то есть на уровень выше. Угу. Так, что еще? ККМ, вот вы говорили. Чего? ККМ говорили. ККС, квалификационная коллегия. А, ну, значит, я ослышалась, извините. Угу. Так, что еще? Ну, а ты видео снимала? Не снимала я. Почему? Ну, потому что я спросила, она сказала нет.
И этот меня как бы, юрист этот долбанный, он меня все время дергал за рукав, не давал мне говорить. Говорил, смотри, а то вот она раз сердится. Я говорю, ну пусть сердится, а я-то что? В общем, вот так вышло. По-уродски все вышло как-то. Так, подожди, Валентина, давай это, исключай из своего лексикона такие фразы, как дура, дебильный и все остальные, и уродский. Хорошо. Не засоряй эфир негативом. Хорошо. Надо было подавать письменное волеизъявление по поводу видеосъемки, аудиопротокола и т.д. и т.п. Все делай письменно. Ты это все устно сказала, и тебя как маленькую девочку сказали это... Веди себя хорошо, иначе а-та-та. Я его подготовила, Антон. Но уважаемый юрист сказал, что это все не надо. Она говорит, и так ведется. Ну, так. Он, как туда залез-то вообще? Это кто был, адвокат или кто? Это был не адвокат. Это как бы мне этого юриста люди посоветовали, сказали вроде как он это. Ну, я вот как бы его вот и привлекла, и побоялась, что я одна не смогу. Ну, вот так вот. Просто я, как бы, поддержки вот нету, я побоялась, понимаете. Я так-то, в принципе, не трусиха, но подумала о том, что 124 рубля я должна лучше бы выиграть. Ну вот, выиграла, не выиграла. Я не трус, но я боюсь. Да, именно так, как вы сказали. Ну вот я тебе хочу сказать, что ни один юрист, ни один адвокат на 99,99% никогда не пойдет против системы. Он кормится за счет системы. Система ему дала это образование. Да я уже это поняла, Антон. Вы знаете. Тем более, когда он тебя за рукав начал отдергивать, ну это вообще... это. Он меня дергал 3 раза, пока я стояла и все это говорила. Я потом повернулась к нему и говорю, не дергай меня больше, дай мне спокойно все сказать. Ну это очень похоже на применение физической силы. Да, он меня дергал за рукав и говорил, хватит, не надо, вас не слушать. Прям там же на месте заявить отвод и все, до свидания, сама буду. Вот... Наверное, я должна была просто туда пойти одна. Лучше было бы. Потому что я сделала бы, как вы советовали. Вот именно. Я подготовила, во-первых, вот этот отзыв я написала, Антон, как волеизъявление. Вот то, что я подготовила. Он вполне толковый был. Там были вся доказательная база полностью. Причем в такой хорошей форме разъяснения для дураков. Вот как для меня таких вот. Потому что я девчонкам давала, и они сказали, ну вот, ну как бы. Но я так поняла, что это им ничего не надо. Валентина. Она меня прослушала, ну и все. На этом все. Валентина, перестань называть себя дурой. Ты уже 2 или 3 назвалась. Ну а как можно человека назвать, который слушает вас и делает по-другому? Вот поэтому... Поэтому, как бы сказать, у меня просто на себя немного досада. Я, конечно, знаете, Антон, честно скажу, вот как вы. Я вышла вчера с этого совещания, тут сразу юрист убежал. Вот, а я вышла, и знаете, я даже не знаю, испытывала ли я что-то, огорчение какое-то, досаду. И у меня какая-то вот, я даже не могу понять, что я испытывала. Я и не растерялась, потому что я... Как бы все, что касалось этого дела, я рассказала все. И то, что, ну, не буду вам говорить, и то, что мы не МКД, и что платить мы не должны, и что есть бюджетные трансферты, и бюджет, и устав города Балашихи, и консолидированный бюджет, я все это нашла, вырыла. Видите? Подожди, у тебя ощущение пустоты было? Да. Ну вот они там занимаются именно тем, чтобы всю волю у тебя подавить и чтобы и всю энергетику, как говорится, это вытащить. Ну вот может быть. Приход... Ну Антон, знаете, что я вам могу сказать? Чтобы меня подавить, вот просто я в вас чувствую силу. Вот вы сильны. Вы не думайте, что это вам ищу или еще что. Вы сильны. И я вам позвонила, потому что вот чувствую это. Но не потому, чтобы вы поделились со мной силой, а потому, что вы мне подсказали. Потому что иногда вот
нужна поддержка. Именно, может быть, что-то бы посоветовали такое, что вот именно в получении, может быть, вот в этом. Я, конечно, все, что вы сказали, я это везде сейчас сделаю. Я за эту неделю все подготовлю. Ну и ознакомься с материалами дела. Да, это обязательно. Ознакомлюсь с материалами дела. И знаете, что еще интересно было? Этот, давай на ты. Что-то у меня... Это, я тут один. Ну, мне неудобно. Я же не знаю, сколько вам лет. А мне неудобно, когда мне выкуют. Ну, хорошо, хорошо. Извините, Антон. Я не буду больше выкать вам о тебе. Ну, знаете, Антон, вот, а вы знаете, я с Красноярска вообще-то. Всю жизнь там прожила. Переехали сюда, когда моя дочь переехала, старшая, а младшая училась здесь. Вот. Ну, мне никто не помогает, все считают меня, что мама, мне говорят, ты что, не понимаешь, что с системой борутся? А вы знаете, а я думаю, что я крылья не опущу никогда, не дождутся. Валентин, давай по делу. Давайте. Да не давайте. Давай, Антон. Ну, да. Антон, а сколько вам лет? Сколько тебе лет? Кому нам? Я тут один. Ну, сколько тебе лет, Антон? 41 скоро будет. Ну, мне 61 скоро будет. Ну, что, какая разница, какой возраст? Я со всеми на ты общаюсь. Ну, ладно. Это прекрасно. Стараюсь. Даже с полицейскими там что-нибудь это говорим, я это, как вас зовут там? Он называет фамилиями, отчество. Я говорю, а по имени можно? Можно. А на ты можно? Можно. Все. Еще бы они понимали, эти полицейские. Вот знаете, все, и зашла туда, на этот суд. Как положено, как вы. Ладно. И опять на вы сказала, не знаете. Господи, привычка свыше нам дана, Антон. Так а кто хозяин твоей привычки? Ты или это? Я. Ну? Я. Ты говоришь, ты волевая женщина. Так что, ты сама себя переволить не можешь? Могу. Ну? Всю жизнь так прожила. Ну? Так я тебя уже сколько раз поправил-то? Хорошо, Антон. Все сделаю, как скажешь. Да не надо, как я скажу. Ты свою волю проявляй. А я ее проявляю. Но в данный момент ты подчиняешь меня своей воле. Ты мне говоришь, говори мне ты. А? Ничего я тебя не подчиняю. Я тебе просто говорю, указываю на твои ошибки, которые ты сама же допускаешь. Конечно, я допускаю их. Человек всю жизнь живет и всю жизнь... Как это, как говорят, век живи, век учись. Ну, это совсем не значит, что только в конце века, в последний год надо всему научиться. Все, я всему научилась, всем пока, и ушла. Постоянно надо учиться. Это правильно. Вот я и учусь. Я, знаешь, никак не могу успокоиться. Мне говорят, мама, ну что ты? Ну уже успокойся. Вот тебе деньги. На, заплати, сложились. Я сказала, нет, не буду я платить, потому что я ничего никому не должна. И не надо мне ваши деньги, они ипотеки вон платят. Так, давай по делу, что еще? Давай. В общем, вы мне сказали, 305-я статья, это откуда, Антон? Никто из нас тебе ничего не говорил, я тебе говорил. Вы говорили, ты говорил, 305-я статья. Так, что? В чем вопрос? Я не могу понять, какого она кодекса или чего, чтобы мне как-то знать. Уголовный кодекс Российской Федерации. Ага. Кодекс РФ. Все, поняла. Вынесение заведомого незаконного решения. Угу. Знаешь, Антон, я хочу подать в сам этот Балашихинский суд. Вот подам в ККС, подам в Совет судей, ККС РФ. Я напишу везде. И в Следственный комитет еще заодно. И Следственный комитет. Вот знаешь, хотела с вами, с тобой посоветоваться, Следственный комитет. В общем, я до того, как на меня подали в этот, в суд Балашихинский, еще даже мировых судей, я подавала полностью такой же пакет документов
прокуратуру по 145-му. Они должны контролировать это. Они спустили это все. Сначала вот эта вот наша прокуратура РФ спустила в Московскую область. Московская область спустила в Балашиху. Балашиха спустила в жилищную инспекцию. Инспекция обыкновенно, ссылаясь на жилищный кодекс и 354-е постановление, сказала, все сделали прекрасно, все сделали нормально, все хорошо. Ничего не нашли. Вот представляешь, что сделали? Вот я еще хочу вот это, на них пожаловаться тоже. Ну, учись обжаловать отписки. Обжаловать? Угу. Это как обжаловать? Это целое искусство. Да, я уж посмотрела, что это целое искусство. Не смотрела видео этот «Секреты переписки системы»? Нет, не смотрела «Секреты переписки системы». Ну, я подписалась на вас. На кого на нас? На Сургут, на вас, на тебя. А, у меня сейчас раздвоение личности будет. Расстроение, расчетверение, короче, размножение личности. Так это ж хорошо, Антон. Да что хорошего? Ну как хорошо? Все будут подписываться, а вас будет много, и много будут знать. Вот это и хорошо. Нас будет много, когда каждый из вас и из нас, и я в том числе, буду действовать в одном направлении по совести. Да, и проявлять свою волю. Вот тогда нас будет много. Слушай, Антон, знаешь, еще хотела спросить? Ты ни в какой общине не состоишь? Я серьезно спрашиваю. Подожди, я просто это, меня первый раз так спрашивают. Обычно... Знаешь почему? Я посмотрела на тебя, мне подумалось, что ты общинник. Нет, я не общинник, ни в одной общине не состою. Но обычно такой вопрос задают там, типа, а ты ни в какой секте не состоишь? Нет, я не считаю общины сектами. Знаешь, как сказать, если у нас создаются общины, как бы, тут видела ролик по поводу создания общин, ну, еврейских общин. Я подумала, может быть, они не так далеко от истины ушли, что и мы, может быть, как-то должны. Я хотела посоветоваться с тобой. Ну, у меня есть видео по этому поводу. Многие создают общины. Ну, вот и у меня сейчас стоит вопрос. Я хотела, думаю, может быть, посоветуюсь с тобой. Посоветуешь, правильно это решение или нет? Да потому что, знаешь, вот одна голова хорошо, а твоя голова очень хорошо. Ну, а чего? Ну, это не значит, что моя голова за твою должна голову думать. А ты знаешь, одна голова хорошо, а две лучше. Да, особенно, когда одна из них, только одна из них думает, да? Нет, особенно, когда вторая голова, голова мужчины. Я не говорю, что у меня нет мужчины в плане мужа. Он у меня есть всегда 40 лет уже, да? Вот. Но, знаешь, он мне, как ты сейчас сказал, он мне говорит, слушай, ты что, в секту собралась? Я говорю, ну, я вроде еще, слава богу, в добром здравии, поэтому я никуда не собралась. Я думаю об этом. Ну, вот. Да надо было наоборот, хочу выйти из секты. Ну, то, что из секты я хочу выйти, я хочу отказаться от паспорта, я даже, знаешь, еще подумала, думаю, откажусь-ка я вообще от паспорта эреховского. Да хрен с ним, с этой пенсией. Пойду лучше куда-нибудь вон почту разносить. У меня муж почту разносит, и я буду разносить. Подожди, смотри, вот почему некоторые отвечают на такой вопрос, да? Ты типа, что, из секты какой-то? А народ отвечает наоборот, типа, я вышел из секты. А что за секта? Ну, РФ. Правильно. А вот по сути у РФИ все признаки секты есть. Конечно. Они даже вот слово «Бог» уже прописали в Конституции. То есть это некая Конституция это с религиозными мотивами уже, понимаешь? Угу. Все признаки секты, потому что секта по определению – это что-то там ортодоксальное ответвление от какой-то религии. Типа сами в что-то придумали, сами в что-то верят, и при этом это не основано ни на одной религии. Ну вот ты знаешь, эту Татьяну Филимонову услышал, Русы Мурмана? Подожди, я тебе хочу мысль донести. Вот смотри, да. Почему я ищу такие признаки секты РФ? Вот все приходят в так называемые суды, вот именно в так называемые, потому что нет ни одного закона там,
о создании суда, о это, наделении его полномочиями, здание нигде не зарегистрировано, в налоговой его нету, короче, просто называется здание суда. То есть всем нужно верить это, как говорится, на слово, что это именно суд. Потом ты заходишь, там какие-то приставы, которые тоже там подразделения по городу не созданы, а они где-то там, хрен знает где, существуют, и, возможно, даже тоже не существуют, тоже это все документально доказывается, но при этом все верят, что они на самом деле судебные приставы. Потом ты видишь эту черную мантию, которая вот, они так и говорят, это, вот когда я сталкивался с ними, они выходят, типа, это, начинают что-то на меня наезжать сразу. Я им говорю, а вы кто? Они говорят, а вы, они так руки разводят, типа, а ты что, не видишь? Ну, показывает, ну, типа, смотри, я в мантии, типа, в черной. Ты что, не видишь? Я говорю, нет, а вы кто? То есть они считают, что вот тот, кто одел черную мантию, все, он по умолчанию этот является судьей. При этом ни одна так называемая черная мантия ни разу не предъявила ни один документ. Вот я их множество видел, я не знаю. Лиц, наверное, 20 или 30, может, даже 40. Я уже со счета сбился. Ни один не показал документ, и все считают, что я должен верить на слово. То есть верить, буквально верить на слово. Это разве не признак секты? Конечно. И все, что ты сказал сейчас, все я это нашла. Что судья не судья, Балашихинский суд не суд, мировых судов нет, судебных приставов нет. Все это фикция полная. И это я написала в отводе сразу же, когда перед судом. Но они, представляешь, волеизъявление, вот это возражение приняли, а это не стали принимать. Я не знаю, как, они же не видят, что там внутри конверта. Не приняли. А на суд, когда я пришла, увидел, что я этот отвод приготовил, сказал, не надо, вы что, в дух мы разозлим, нам надо отложить. В общем, я повелась на то, чтобы отложить. Вот и все. Повелась я, Антон. Ну, неизвестно. Я не могу ничего плохого сказать про этого юриста и ничего хорошего. Ну, я могу сказать, что мандраже... Вот это вот, я не понимаю. Я мандраже, когда прихожу в такие, я их не боюсь, Антон. Понимаешь, вот не боюсь. А что мне бояться? Я что-то сделала плохое кому-то, своровала что-то, еще кого-то. У меня этого нет. Вот, поэтому, а что мне бояться? Я пришла туда, вот, понимая, что передо мной, извините, кто-то в черной тряпке. Вот я так их ассоциирую. А то, что он ее одел, ну, что поделаешь, они же бумажную фикцию судят. Я, кстати, на суде об этом сказала. И еще, кстати, я на суде ей сказала, что когда я увидела то, что, значит, вижу, что все это, ну, я же понимаю, что происходит вокруг. Я ей сказала, я человек, живая женщина, хозяйка имени Валентина, и между мной и Богом нет посредников. Она мне сказала, а у вас, говорит, все в порядке с психикой. Я говорю, лучше, чем у вас. Не, у них что, психика нормальная, нет? Я им что, надо? Вот я ей сказала, лучше, чем у вас. И она промолчала, ничего больше не сказала. Вот. И через 5 минут она все это скрутила, всю этот процесс. И, значит, давай нас выпирать оттуда. А еще знаешь, что хочу сказать тебе? Когда я сидела и ждала вот этого суда, внизу у нас двухэтажное вот это здание суда, я слышала крики, как судебные приставы выгоняли кого-то, вот этого судебного, там такие вопли стояли. И я подумала, что это человеков выгоняют. Почему? Они что говорили? Они не хотели выходить с судебного заседания. Как уж потом их выперли, я не знаю. Может быть, они не вышли, не знаю. Просто я не могла посмотреть, потому что у нас уже подошла очередь почти. И я не могла сбегать. Но я бы пошла посмотрела. Мне просто интересно даже было. Потому что, ну, крики, вопли стояли. Там такой шум стоял. Мы вам сказали, выходите. Кричали 2 или 3 человека. Баба какая-то кричала, что выходите. А люди, они как бы не выходили. Ну, не знаю, чем закончилось. Потасовка, мне кажется, там была. Баба или женщина? Женщина. Ну, я судебного пристава не считаю женщиной. Потому что, если бы она была женщина, это женщина, которая стояла на вахте и которая разговаривала со мной не очень хорошо. Поэтому женщины так не разговаривают. Ну, так и говори, судебный пристав. Да.
Она не женщина. Так, давай по делу. Что, еще есть какие вопросы? Нет, вот я хотела спросить, может быть, вот это вот решение, определение, так как вот как-то я у вас в ролике вот позавчера видела перед судом, что вот написать без ущерба, без оборота на меня, и вот эту синюю печать, которую вы поставили, не получать, не ездить вот это решение, определение там, только единственное написать заявление, вот как вы, ты сказал, по поводу, значит, снять все эти документы на то, чтобы они ничего там не поменяли, не заменили. Ты зачем задаешь три вопроса одновременно? Давай по порядку. Боюсь не сказать что-то тебе. Не бойся. Ну, значит, что? Получить определение, съездить в суд вот в понедельник, либо его получить, может, они отправят по почте, как ты получал. Или все-таки получить, там же я не смогу вот это все написать, они мне не дадут. Зачем тебе его получать? Ты, когда знакомишься с материалами дела, там в материалах дела должен быть оригинал. Ты его просто сфоткаешь и все. А, то есть я поеду сейчас. А мне заранее написать вот это заявление на то, чтобы документы просмотреть, материалы дела? Волеизъявление. Волеизъявление. Я всегда пишу волеизъявление. Ты только что сказала заявление. Ну, я знаю, что заявлять. Или обращение сказали, или волеизъявление. Обращение тоже не надо. Тоже не надо. Ладно. Ни требования, ни ходатайство, ни просьба, ни заявление, ни обращение. Не надо использовать, только волеизъявление. Просто знаешь, Антон, я тут недавно слышала какое-то тоже непонятно, или читала где-то в этих пояснениях, что сказали, Хмелькова, она сказала, волеизъявление, вы что, не слышите в конце я или не я? Ты понял? Чего? Ну, она так разъяснение дает, слово волеизъявление. То есть волеизъявление... «Е» или «Я» в конце говорят «Я» или «Не я». От кого вы волю-то изъявляете? Или от «Я», или все-таки это «Не я». Ты понял? Да. И она сказала, надо писать обращение. Вот поэтому я сейчас тебе и сказала это. У меня слово «обращение» ассоциируется со словом «оборотень». Понятно. А волеизъявление, оно буквально означает воля из яви, из текущего мира действительно. Да, воля из яви. Антон, слушай, значит, я получать подожди, не... Ага. Подожди, не скачи с темы на тему. Угу. Волеизъявление, оно же не просто пишется волеизъявление. Волеизъявление – это название бумаги, которую ты... это. А в самом волеизъявлении, в бумаге, ты должна проявить свою волю. И вот своя воля проявляется через слова «хочу», «желаю», «необходимо» и так далее. Любые слова подобные. И вот там конкретно уже пишешь «я хочу, чтобы было сделано то-то, то-то». А вот эти все, как это, ну, я так понял, Хмелькова говорит, что там в самом слове что-то зашито. Я не вижу там зашитого смысла про «я» и «я», и «не я» там что-то непонятное. Ну, я поэтому и спросила у тебя. Даже если там есть такой смысл, весь этот смысл перебивается словами «я хочу, чтобы было». Это конкретная воля. Ты говоришь, как ты хочешь, чтобы было. А знаешь, Антон, я ведь в возражении-то написала, волеизъявление возражения, я написала, что я хочу, чтобы она... Я, во-первых, там написала, что я живая женщина, вот, и что носитель власти народа. Человек, и я хочу, чтобы процесс здесь и сейчас был закончен. Это я написала. Ну. Он закончился, и что? Ну да, закончился. Что написала, то и сделали, закончился, все. Дальше что? Ты как это, как в анекдоте. Говорит, загадывай любое желание. Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. Антон, ну я же сказочница. Хорошая сказка, то вот шикарная сказка. Внукам будешь рассказывать. Да, да. Я написала, чтобы процесс был закончен. Ну и закончился, все, я волшебница. Ой, Господи, смех и грех. Ты знаешь, правда смешно.
Ну, смешно. А представь, как они ржут. Вот они смотрят на всех этих живых, так называемых, в кавычках, которые, думаешь, сами себе придумали, что они живые, приходят и говорят, волеизъявление, я хочу, чтобы процесс был завершен. Ну, на, завершили. И это в кавычках живая, потом ходит и возмущается. Что-то они как-то неправильно поступили. Да они поступили точно в соответствии с твоей волей. Ну, что поделаешь. Будем бороться, Антон. Не надо бороться. Борются на татами. На ринге. На ринге? Конечно. А у нас там, знаешь, на суде как на ринге. Так вот и поэтому и ты выходишь оттуда пустая, потому что тебя побили буквально, тебя победили. Антон, я вышла непобежденной духом. Я им сказала, хрен вам на палочке. Еще и грубишь в ответ. Ну, это же хрен на огороде растет. Ну, на палочке же. Ну, потому что он уже не живой, вот поэтому на палочке. Ну, что ты им мертвый хрен вручаешь на слова? Вот вам мертвый хрен от живой женщины. Я, правда, об этом юристу не сказала. Думаю, ну все, теперь я буду одна. Мне никто не нужен, помощники. Позвоню Антону. Знаешь, Антон... Ты если пришла с юристом, с защитником, еще с кем-то... Вот мне присылают видео, где... Ну, короче, двое человек. Не буду называть это... Пол, ну, короче, неважно. Одного пола двое человек пришли в суд и начинают разговаривать. Причем, ну, по идее, должен один разговаривать. Тот, кто является там бенефициаром и учредителем данной персоны. И он при этом заверяет, что он говорит, что он суверен, но при этом за него другой человек начинает что-то пояснять. Прям так, как говорит, я поясню за него. Вот это прямое доказательство, что как минимум один из них, за того, которого поясняют, он является недееспособным. То есть он не способен сам за себя подстоять. Правильно говоришь. Это в принципе возможно, когда ты приходишь с другим человеком чисто для поддержки. У меня приходили со мной люди, но я им сразу сказал, вы не лезьте, я тут сам. Мне ваше присутствие нужно только для одного. Если против меня будет беспредел, вы как очевидцы могли бы подтвердить, что да, я ничего не нарушал, а против меня произошел беспредел. Все. Ваше дело молчать и слушать. Я поняла, что ты сказал. А у тебя, получается, вот этот юрист, он тебя не просто за тебя принимал решение, он тебе еще и... Нет, но это вот он, да. Он тебя... Я пошла... Жди. Да, он тебя еще и за руку дергал, понимаешь? То есть он буквально тобой руководил. Руководил, за рукав дергал. Я ему сказала, отстань от меня, дай мне сказать все, что я считаю нужным. Я ему так и сказала. И я его послала подальше, сказала, иди, пожалуйста, подальше, и больше ты мне не нужен. Я ему так сказала, Антон. Ну и зря, нельзя никого посылать. Нет, я ему сказала о том, что я больше к его услугам не прибегну. Я вот в таком виде сказала ему. Правда, я ему не сказала это в глаза, но я сказала это ему взглядом. Ну, я человек, знаешь, какой. Вообще, по натуре, я тебе хочу сказать, я человек миролюбивый, но когда я принимаю тоже вот решение, я все-таки... А как ты ему взглядом сказала? Ты что, проморгала на... Нет, я ему... Я посмотрела на него, когда он сказал, что это я виновата. Ты моргала, так, подожди, ты... С сожалением, Антон. Ё-моё! Да, с сожалением. Я с сожалением на неё, потому что Валентина. Он был красный. Валентина. Он был красный. Алло! Алло? Валентина! Да? Не перебивай, пожалуйста. Хорошо. Научись ловить паузы. Хорошо. Ты ему как это взглядом сказал? Ты что, проморгала на азбуке Морзе, на азбуке Морзе вот это вот, типа, пошел вон отсюда? Так что ли? Нет, Антон, я на него посмотрела с сожалением. Понял или не понял, я не знаю. Но мне его жалко стало, потому что, сам понимаешь, почему. Тебе еще и жалко его стало? Да, потому что он чувствовал себя потерянным. А я вот себя не чувствовала потерянной.
Ой, что ж ты делаешь-то? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Не знаю. Ну, делаю так. Ну, понимаешь, когда вот в тот момент вот это вот случилось, я что чувствовала? То взглядом сказала, и там на суде сказала. И я считаю, что я поступила в том плане, что я высказала и все сказала по делу, и сказала, что... Они меня спросили, что такое паспорт, по-вашему? Я сказала, бумажная фикция, персона, которой я пользуюсь, и на которой я езжу, и пенсию получаю. Бенефициар, я говорю, этой бумажки, бумажной. Она так на меня посмотрела и ничего уже мне не сказала. Кто, черная мантия? Да. Ну, видишь, пытались установить это. Твою дееспособность, соображаешь ты, что вообще такое происходит или нет? Я им, конечно, я сказала, где они находятся. Я еще им сказала, Антон, где они находятся. И что они осуществляют свою юрисдикцию на дне континентального шельфа. Что здесь так, говорю, вы делаете? Ну, они что ответили? Они вообще ничего не ответили. А что им можно ответить на то, что, извините, проект Конституции не утвержден, и что по 67-й статье, пункт 2, они находятся там. Когда это исключительно... происходило? А? Когда это происходило? На суде. Когда? Ну, вчера. Ну, так и говори. Я же тебя не спросил, где. Я тебя спросил, когда? На суде. Вчера. Вчера был суд. Так вот ты мне поясни, пожалуйста, почему ты ничего не записала ни на аудио, ни на видео? Ну, Антон, видать, я сама так. Лоханулась. Потому что я пошла на поводу у другого человека. Я осознаю это, понимаю это, что за меня принял решение другой человек. А я должна за себя, как человек, всегда решение принимать и делать все сама. Вот и все. Я поняла это. А вот ты мне поясни, кто ходит на поводу у человека? Ну, наверное, как бы сказать, те люди, которые не чувствуют за собой силы и привлекают к таким для решения таких вопросов юристов. Я думаю, что человек должен руководствоваться так же, как и ты, своими решениями внутренними и своими убеждениями. Так вот я тебе хочу пояснить. Ходить на поводу у человека, это буквально выглядит, как вон, выгляни во двор, и ты увидишь, кто ходит на поводу у человека? В основном собаки. Я видел... Тузик. Я еще видел этих кошек и даже суриката. Да. Вот теперь вопрос. Вот ты там пришла и говоришь, я живая женщина, а ведешь себя как собака, как кошка, как сурикат? Ну, если ты так считаешь в данный момент... Так это не я считаю, это ты так считаешь. Я тебе слова-то твои же, в обратку тебе же... Антон, смотри, я даже спорить с тобой по этому поводу не буду. Я понимаю, что я сделала не то, что надо, что должна была сделать. Вот, я это понимаю. Я даже не обижаюсь на это, потому что, ну, как можно обижаться на правду? Правда есть правда. Все. Ну так делай правильные выводы и учись правильно разговаривать. Хорошо, я так и сделаю. Выводы я точно сделаю правильные. Слушай, я хотела спросить тебя все-таки. Вот по поводу общины задала, ты ловко ушел в сторону. Нет, я тебе ответил конкретно. Ты спросила, состою ли я в общине, я тебе ответил нет. Дальше в чем вопрос? Нет. А посоветовать ничего не можешь, Антон? В плане чего? Вот вступать в общину или нет? Ну, я серьезно, понимаешь, для меня это вопрос серьезный. Вот буквально это выглядит, ты мне подходишь ко мне, даешь мне этот, одеваешь сама на себя поводок и пытаешься вручить мне в руку. На, это, поводи меня, скажи мне, куда, в какую общину вступить? Ну, понимаешь, Антон, ты мужчина. А у нас женщина хоть и шея, а мужчина все-таки голова. Я понимаю вот эту поговорку дальше, но я все-таки вот услышала твое мнение. Мне это очень остро важно. Я прежде чем куда-то вступить, как говорится, 7 раз отмерю, а потом буду резать. Я еще не отмерил, что такое община. Я изучаю. Вот и я так же думаю, Антон. Я почему себе до сих пор, вот за 3 года в теме живых, я себе ни одного документа не сделал по теме живых?
Ни одного. Антон, а у тебя паспорт РФовский или ты поменял его? РФовский паспорт, есть такая бумага. Есть такая бумага, поняла. Ну вот видишь, ты ответил на мой вопрос. На четко поставленный вопрос ты ответил. Я тоже такого же мнения, как и ты. Что, прежде чем куда-то вступать, изучи, что такое община. Пообщайся с общинниками, выйди на них, пообщайся с ними. Как создается община, как самое главное выходить из нее. С какими условиями входить, с какими выходить. А что это тебе даст? Покажите практические примеры. А как быть собственностью? А как быть с машиной, с правами, с банковскими картами и т.д. и т.п. и все остальное? Вот когда ты это все выяснишь, вот тогда можно только принимать решение, вступать туда, в эту общину или нет. Или свою создавать. Все поняла. А задавать вопрос, надо мне идти в общину вступать? Ну это тебе решать. Главное, чтобы не получилось так, что ты вступила, а потом сказала, о, да там все плохо, нахрен я туда вступила. Поняла, Антон, спасибо тебе. Ты настоящий друг. Ну а что? Благодарствую. Мне важно, да, что. Я благодарствую тебе. Благодарю. Что, еще вопросы есть? Да нет, Антон, в принципе, я все поняла. Буду, как моя мама говорила, держи курс по ветру, а папа говорил, доча, держи хвост пистолетом. Ну, опять из тебя какое-то животное делают. Ну, что такое? Нет, просто мне родители раньше так говорили. У меня родители детдомовские оба. Подожди, у тебя хвост есть? Ну, это я шучу. Ну, я же женщина, у всех женщин хвостик есть. А что? Веселиться, ликует весь народ. Если бы мне такое сказали, я бы сказал, нет у меня хвоста. Ну, я шучу, Антон. Ну, так шутка шутками, а слова-то это материальные. Ну, ты же понимаешь шутки, как человек. Я и шучу с тобой, как с человеком. И я в ответ шучу, нет у меня хвоста. Ну, ладно, я за тебя рада. Ну, у меня маленький есть. Как у женщины. Давай по делу. Давай. Все, разговор заканчиваем? Ну, давай заканчиваем, Антон. Спасибо тебе на добром слове. Подожди, у меня вопрос традиционный. Разместить для всех могу разговор? Да, пожалуйста, размещай. Меня многие узнают. По хвостику? Нет, Антон, не по хвостику. По манере разговаривать. Ну вот меня тоже узнают. Я только это звонят там, типа, а я куда попала? Я говорю, слушаю. О, Антон, привет. Я говорю, а с чего ты взяла, что я Антон? Ну я сразу слышу по голосу. Я говорю, ничего себе. Я вас по голосу, я тебя по голосу прекрасно узнаю. Ну, по голосу, по манере, это понятно. Это когда разговариваешь там минуту-две, а когда одно слово сказал, тебя сразу узнали. Знаешь, я тебе что хочу сказать? Размещай. Может, людям вот то, что я сказала, поможет? Конечно, поможет. Многие звонят с подобными вопросами. Да, пусть поможет людям. Я даже, если хочешь, могу людям вот этот послать, если надо. Может, поможет тоже. Или, в принципе, сейчас уже это общедоступный материал. Я имею в виду про QR-коды, штрих-коды. О том, что штрих-коды расшифровала я их по этим мотокам. Ты лучше вышли мне это, чтобы я к видео приложил этот твое возражение на 80 страниц. А, хорошо. Пришлю я тебе полностью все это. Материал надо? Я имею в виду все вот эти законы, расшифровка QR-коду по 56042, где у нас сказано, что мы должны быть вот эти единый платежный документ, начисление в копейках и уплата тоже в копейках. То есть они нас 1000 раз нагревают. Ну это же у тебя в возражении все написано. На 80. Написано, но материал у меня весь там, как тебе сказать, вот этот расшифрованный QR-код, там же на английском все, когда ты по специальной программе, то есть я смотри, расшифровываю по программе. Подожди, я знаю, что это такое, я в курсе. Знаешь. Высылай, пришлю это, приложу к видео, чтобы все это могли ознакомиться.
Все, хорошо, хорошо. Высылай свою электронную почту мне вот на мой номер. У меня один номер. Добро. А можно, Антон, если что, я позвоню тебе еще? Можешь, только не часто. И смотри, я сейчас по теме ЖКХ занят. Лучше через 10 дней. Хорошо. Спасибо на добром слове. Благодарствую. Давай. И я благодарю.